канун нового 2014 года состоялось долгожданное и такое радостное событие. Начал функционировать Кстовский физкультурно-оздоровительный комплекс с романтичным названием «Волжский берег». Сразу стало понятно, что ФОК вызывает огромный интерес у кстовчан. Уже с утра в новое здание потянулись первые посетители. Заинтересованные горожане могли пройти с небольшой экскурсией по всем залам комплекса, оценить просторные светлые помещения и сразу же подобрать себе секцию по вкусу. Здесь же, в вестибюле, можно было записаться самим или записать детей в какую-либо понравившуюся группу. Очень понравилось. Ждали очень долго этого открытия. Понравились бассейны, в раздевалке сразу же нас раздевайтесь. Мы сказали, что мы ненадолго, только пришли посмотреть, что это за здание такое, что они сказали, вы 5 минутами здесь не обойдетесь. Впечатление отличное, все красиво, нарядно. Детям 7 и 10. Записались в секцию мини-футбола. Записал обоев, приняли с удовольствием. Понравилась вообще-то и обстановка вся. Вот, и сам вид ФОКа, и очень большие помещения, очень красивые. Первоначально записались мы на плавание. В перспективе мы еще хотим попробовать и фигурное катание, и, может быть, это всякие разные спортивные секции, волейбол, баскетбол. Заинтересовало, есть занятия фитнесом, то есть рассмотрим, попробуем. Бассейн очень понравился, впечатлил. Записались на плавание. В этот же день состоялась первая игра на новом хоккейном поле. Кстовчане принимали на своем льду гостей из Выксы. Кстати, наши земляки сделали кстовчанам подарок и победили со счетом 4-2. А в новогодние каникулы стало понятно, насколько долгожданным было появление физкультурно-оздоровительного комплекса в нашем городе. Несколько сотен любителей активного отдыха собирались каждый вечер, чтобы покататься на новом, ровном и нарядном катке. Итак, открытие физкультурно-оздоровительного комплекса состоялось. И сразу видно, что пустовать он не будет. Уже сейчас ясно, что спортивные арены ФОКа будут очень востребованы и любимы кстовчанами.